продолжаю играть с тем же соперником на плейчесе. E4, ребят, открытый дебют, испанка. Играю B5 сразу. В последнее время мне не очень нравится допускать вариант с отложенным разменом на C6. 2-0. Ну, тут я могу сыграть на E7, пойти в контратаку маршала. Наверное, так и сделаем. Хотелось попробовать архангельский вариант, но, видимо, в следующей партии. D1, 2-0. Ну и маршал возникает после C3, D5. Многие соперники от него уклоняются, но многие идут в эту позицию. Видимо, соперник... Да, D3 это самый опасный ход. Идея в том, что после слон D6, который я все равно сыграю, ладья E1, если я здесь пойду ферзь H4, G3, ферзь H3, то у белых есть сильный ход ладья E4. И в том случае, если отвечаю G5 по канонам варианта с пешкой на D4, то белые просто берут, и у меня нет вилки ферзь F5, потому что ладья на E4 защищена. Поэтому пойду слон F5. Черные рассчитывают на более, скажем так, позиционную компенсацию, но почему бы и нет. Ферзь F3, слон G6. Просто пытаюсь отыграть ладья E8, воспользоваться тем, что белым не хватает развития. То есть, вот будь этот слон же на E3, конь на D2, то говорить было бы не о чем. Но вот здесь, черт, все-таки есть шансы зацепить белых. Если я, конечно, ничего не путаю. А это очень возможно, что именно я путаю. Что конь D2, и теперь белые хотят пойти конь E4. Что же делать? Да, вероятно, просто слон G6 это грубая ошибка. Очень грубая ошибка. Конечно, на ферзь F3, к сожалению, нельзя перематывать. На ферзь F3 надо играть E8 сразу. Не допускают этого маневра. Здесь у черных безнадежно. Объективно. В общем, постановка дебюта, конечно, оставляет желать. Не знаю. Не знаю, как здесь бороться. Совершенно проигранная позиция. Ну, сдаваться тоже как-то не с руки. Попробую пойти ладья E8. Белые просто должны взять и пойти конь E4. Мне кажется, это самое простое. Сразу конь E4. Я думал, что у меня есть ход F5. Может, я что-то не вижу? Странно. А, F5, слон G5. Fe, слон d8. Давайте, ну так сыграем. Других шансов в позиции нет. А, ну так тоже можно. Дело в том, что мой конь будет связан в конце варианта. Правда? Что будет, если я сыграю так, и потом слон e4? Не знаю. Трудно понять. В общем, сопернику просто не стоило идти во все эти осложнения. Надо было забрать на e8 и потом сыграть конь e4. Но здесь, видимо, надо сдаться, действительно. В общем, очень странная партия. Всем спасибо за внимание.